Всем здорово, пацаны! Сейчас разглючится. Сейчас мы будем играть против Делюкса, четвертый тур. Наконец-то мы с ним встретились. Ой-ой-ой, что ж, так нельзя. Так нельзя было бить. Это уже, блядь. Бля, да это нарушение, нахуй, правил. Вадимыч, бля, я сейчас выйду, я тебе отвечаю. Да не, это не пойдет так играть. Бьем со всей силы. Куда он, блядь, бил только что? Он ворота закрыл свои. Бред, нахуй. Бред собачий. Не, так не пойдет. Вначале что он сделал? Я бы там забил гол, игра бы сейчас. Вот сейчас что он сделает. Ну, сейчас по правилам, да, ударил, блядь. Ну ладно, хер с ним, эту игру проиграю, блядь. Если еще раз так он сделает, блядь. Делюкс. Он первые два удара нанес, но не по правилам, как бы. Ну, сейчас, да, я уже проиграю, потому что, блядь, уже у меня пустые все ворота, блядь. Ну, игра бы пошла по-другому, согласитесь, если бы я тогда забил. А сейчас, да, все, я всрал, блядь. Очень жестко. И расстановку-ка я у него не увидел. У него нормальная расстановка хоть? А, расстановка, да, у него норм. Так, давайте вот так вот попробуем. Не, не влетает. А вот это влетает, блядь, 5-1. Давай так, что ты будешь делать? Затяжка. Ладно, хуй с тобой, засчитаем тебе победу. В смысле не можешь? У меня на видео это осталось, если что. Бросить вызов. И все. Поехали. Так, вторая игра, ребят. Ну, первый нарушил правила Делюкс. Ладно, засчитаем там ему победу. А теперь будем стараться победить. Блять, такой можно забить, блять. Почти забил. Один ноль. Так, здесь попробуем. Бля, вот такой он может сейчас забить, кстати. Не, не забивает. А вот такой забьет, наверное.
по краю. Нет, смотрите. Бля, ребят, это шанс у меня просто выиграть. Блядь, сука. Это, наверное, я такой смогу же забить. Да, 2-0, ребят, становится счет у нас с Делюксиком. Такс, как нам тут? Блядь, думал, что в свои закатится, нах. Не закатился. Так. Вот это должен быть гол. Нет, не гол. Ну вот это уж точно гол. 2-1, ребят, становится счет. Пум-пум. Красота. Красотища. 2-2. 2-2 становится счет. Такой, ребят, попробуем забить. Не знаю как. Ну попробуем. Еще 3-2 становится. Делюкс в шоке. Че, попробуем забить такой, ребят? 4-2! Ебать, я в шоке просто. Ребят, я просто в шоке. Ту-ту-ту. 4-2, ребят, становится счет, и в серии у нас 1-1. Едем дальше. Третий матч. Реванш. Третий матч с Делюксом, пока что у нас 1-1 с ним. По партиям. Неплохо так зарубились. Давайте дальше. Так, как такое мне вкатить? Не получилось. Эх, блядь, ребят, такой был шанс. Сейчас он такой забьет. Такой он забьет. Блядь, такой, сука, шанс был. Но я его прохуярил, профукал. Сейчас, тут кто первый забивает, тот, блядь, уже имеет преимущество, блядь. Че, забью я такой? Попробую. Между фишками. Нет, нет, не забил, блядь, такой шанс. Ну вот это тоже было красиво. Ну сейчас попробуем его фишкой вниз. И уже там рикошет, хуешет. Нет, ребят, это 2-0. Сука, вот, блядь, чуть-чуть не везет. Просто капельку везения. Просто каплю, каплю везения. И все будет просто заебись. 1-1. Просто капелюшку, капелюшу. Нет, это гол. Отверху гол. Угу. Да, я так и знал. Ладно, едем дальше. Едем дальше. Ну, это может 2-2, да, будет. Да, 2-2. Это фол. Бля, интересно, да, с ним рубиться. С Делюксом. Блин, Делюкс, ребят, в топе сейчас. Вот эта ж херня идет там. Он в топе на втором месте в топе Казахстана. Ну, это гол. Это гол, блядь. Загнал у меня в угол, блядь, все-таки. Это, конечно, гол. Да ну нахер! Как он не забил? Пиздец.
Как он не забил, я хуй его знает. Блять, как тоже я не забил, блять, это просто нереальный бы гол был. Просто, блядь, нереальный. Ничего, ребят, такой надо пробовать забивать. 3-2, я побеждаю, блядь, я в шоке. Ебать, блядь, пацаны, сейчас или ничья будет у нас, или, блядь, я выиграю просто найтоповского игрока Казахстана, Делюкса. Просто это будет реально сенсация. У нас на этом турнире очень много, пацаны, сенсаций, бля, и меня там обыгрывал Василий, там, и сенсаций очень много. Бля, не влетает такой, ребят. Сенсаций много, неужели сейчас будет еще одна? Все думали, что меня Делюкс реально обыграет. Ну, сейчас уже время близится просто уже к моей победе, если я сейчас вот такой забью. А я не забью. Просто в пустые ворота не смог. Офигеть. Вот, ребят, и... Ну, это подарок, это подарок. Да, как я в пустыне забил, ну ладно, еще может шансик даст мне Делюкс. Так что, ребят, сенсаций у нас много на этом турнирчике. Такой Делюкс не смог вкатить. А мы вот так попробуем. Тоже нет. Тоже нет. От фишки своей. Да, все-таки я, наверное, эту партию, ребят, слил, потому что 2-0 уже отыграть будет сложновато. Ну, 2-0 еще можно отыграть, а вот ты уже, если третий забьет, то нет. Третий уже, ребят, не отыграть никак. Давайте вот так попробуем. Ну, такой можно забивать. Третий. И, ебать, от трех фишек он мне вкатывает. Просто гол, просто красота. Просто красотища. Не знаю, забью или я такой, нет. Да, 3-1, ребят. Ну, для двух голов время, конечно, у меня еще есть. Опять фол. Мы сделаем вот так вот. Ну, это, блядь, все, это гол, ребят. Слишком, блядь, уж. Да ну нахер. Да ну. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как так-то? Как так-то не забил? Ну, это все, да, ребят, все, короче, мы играем, ну, сейчас точно счет еще узнаем. Он меня, правда, я его, правда, не гарманул, но он меня нормально так гарманул в двух играх. Гол. Нет, давайте вот так, что ли, ударим. Да, 4-2. Красота. Давайте вот так, что ли, попробуем. Не, в свои вкатил, блядь. Ну все, ребят, 5-2 я проиграл. В итоге у нас 2-2 с Делюксом. Это просто, конечно, было очень красиво. Делюкс, спасибо за игру. Ты топовский чувак. Молодец. Ребят, кто посмотрит игру, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Игра получилась неплохой. По одному очку мы набираем с Делюксом. И... таблицу уже увидите попозже, пацаны. Завтра, наверное, у нас еще тур продолжается. С вами был Ромаэн, ребят. Всем удачного дня, ставьте лайки. Всем спасибо, пока. Удачи, пацаны. Подпишитесь на канал.